Ольга. Ну и, соответственно, Айдарбек Кобылов у нас немножечко поупытнее. Все-таки два боя в ММА, одна победа, одно поражение, как вы уже слышали. И профессиональный дебют шейх Мансура Хабибулаева. Тренирует его Майербек Мустыгов, парень из Ермоловки. Ну и посмотрим, кто же из бойцов вот этого самого легкого веса. Это, напомню, весовая категория до 61 килограмма и 200 граммов. Обменялись такими атакующими выпадами бойцы. Я смотрю, что шейх Мансур Хабибулаев... Бросок-то хороший совершил. Ну что, болевой на руку. Получится, нет? Пытается всеми силами уйти Айдарбек Кобылов. А вот получится, ну или нет? Нет, уже ушел. Ну что, болевой на ногу. Пытается теперь один болевой сменить на другой шейх Мансур Хабибулаев. Ломает он конкретно своего соперника. До поры до времени это ему удавалось. Но вот смотрите, Айдарбек Кобылов, парень неуступчивый. Ну вот такое интересное было положение. Снова пытается поймать на болевой своего соперника шейх Мансур Хабибулаев. Пару ударов пропускает боец из Кыргызстана. Прижал его спиной Хабибулаев. Сетки и все. И в центре. И в центре оба бойца. Ну вот я смотрю на секундантов Айдарбека Кобылова. Они ему предлагают быть более активнее, более активно атаковать. Он, в общем-то, и попытался сделать то же самое. Попытался атаковать. Но в результате боец из Кыргызстана оказался в невыгодном для себя положении. Правда, в очередной раз он замечательно все делает. Снова освобождается. Ну что, опять попытка болевого со стороны шейх Мансура Хабибулаева. Удастся, нет, пытается вырвать руку и вырывает. Вырывает руку Айдарбек Кобылов. Вот так уже второй раз. Киргизский боец не попадается на болевой прием представителя бойцовского клуба «Беркут» шейх Мансура Хабибулаева. Интересно у нас, конечно, поединок. Переходит инициатива от одного бойца к другому. Второй раз уже взбирается на спину своему сопернику Айдарбек Кобылов. Что там еще? Подсказывают секунданты. Удушающие. И я смотрю, очень довольны, конечно, секунданты Айдарбека Кобылова. Удушающий прием удался этому парню. Выиграл он у шейх Мансура Хабибулаева. Да, шейх Мансур сделал все, что мог. Два раза пытался применить болевой прием против своего соперника, но в результате попался на удушающий. Пришел в себя шейх Мансур. Аплодируют ему зрители. Итак, в этом бою на второй минуте 53 секунде первого раунда удушающим приемом победу одержал боец в синем углу Айдарбек Кобылов. Аплодисменты бойцам, друзья. Да, несколько...